светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, поселках, стертых с лица земли, о сотнях городов, разрушенных, но непокоренных. Вечная слава героям! Вечная память павшим! Зажжем свечи памяти, вспомним тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Сегодня каждый может присоединиться к ежегодной акции «Свеча памяти» на сайте деньпамяти.рф. Сегодня в этот скорбный день для нашего Отечества от Брестской крепости во всех уголках не только Российской Федерации, но и ближнего и дальнего зарубежья, где люди помнят этот день, день памяти и скорби, зажигаются свечи памяти. Для всех тех, кто держит в руках эту свечу, это не просто свеча памяти, это священный огонь, который передается из поколения в поколение, потому что в каждой семье многонационального советского народа были защитники нашего Отечества. Все те, кто встал 22 июня 41 года на защиту своего Отечества. Почему весь советский народ национальный победил в этой тяжелой кровопролитной битве против гитлеровской коалиции? Не просто была одна Германия, а многие страны помогали фашистской Германии пытаться уничтожить Советский Союз. У них это не получилось, потому что плечом к плечу в окопах были русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы. И можно включать все народы, живущие в тот период времени в Советском Союзе. Они объединились для того, чтобы сломить хребет этой коричневой чуме. Это был Сталинград. Это была Курская битва. Это было форсирование Днепра. Это было освобождение европейских стран, которые сегодня пытаются перекроить историю Великой Отечественной войны. Эти страны забыли всю правду, забыли, кто их освобождал из концлагерей, из гетто. Сегодня они разрушают памятники советскому солдату. Сегодня они забыли о том, что их родных и близких спасал советский солдат. Но мы с вами помним. Мы помним, потому что это память о наших родных и близких. Это память в каждой семье.
из каждой семьи уходили на фронта Великой Отечественной войны родные и близкие. А наши дедушки и бабушки 8-12 лет становились воле станков и производили оружие для своих отцов и дедов. И каждый год мы с вами будем собираться вместе, плечом к плечу и держа в руках эту свечу памяти. И этот день памяти и скорби вы, молодое поколение, будете передавать своим детям, своим внукам. Сегодня эта акция по всей России, Донецке, Луганске, проводится совместно и волонтеры Победы, и Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Мы хотим сохранить нашу историю. Мы хотим, чтобы весь мир знал настоящую правду, правду о Великой Отечественной войне. И символично то, что сегодня здесь наши волонтеры из свечей памяти выложили Родину-Мать, Мамаев-Курган. Это символ нашей победы, это символ нашего мужества, это символ несгибаемого патриотизма и стремления делать лучшее на этой земле. За нашими спинами вечный огонь. Вечный огонь, который сегодня горит в освобожденных городах Донбасса. И он будет теперь гореть всегда. Я сегодня склоняю головы в этот день памяти и скорби перед многомиллионными жертвами советского народа, который выстоял и победим, и победил. И сегодня потомки победителей Великой Отечественной войны на этой земле, где мы сейчас с вами находимся, освобождают и очищают нашу землю в 21 веке от современной коричневой чумы. А тех потомков Бендеры и Шухевича, которые забыли историю, которые купились на какие-то ковришки. И, к большому сожалению, сегодня на территории братской Украины дала такую мощную поросль фашистская идеология. Националисты сегодня уничтожают все, то, что связано с нашей историей. Но специальная военная операция, которая проводится сегодня по распоряжению президента России Владимира Владимировича Путина, она имеет с собой одну цель, чтобы в 21 веке не только на Украине, но и в Европе, где дали метастазы эта зараза, больше никогда никто не пытался возродить неонацизм. И мы победим, как победили наши предки, потому что за нами сила, за нами добро. И сегодня мы победим то зло, которое пришло на нашу землю. Сегодня трагическая дата, это день памяти и скорби. Сегодня ребята здесь собрались неравнодушно, это и волонтеры Победы, и просто жители города Луганска. Хотелось бы отметить то, что вот пока мы проводим такие акции, пока инициатива идет от ребят, пока свеча памяти горит, это олицетворение памяти и скорби, и она не должна не погаснуть никогда. И пока все это будет происходить, наша история, наша память будет направлена в правильное русло. И тогда наша история будет чиста, и мы сохраним то наследие, за что боролись наши предки. Важно помнить, через что они прошли, и их всех объединяло одно – желание жить в мире и жить независимо от других каких-то напастей. Сегодня собрались волонтеры Победы, члены партии «Единая Россия», молодогвардейцы, мир Луганщины –
просто неравнодушная молодежь. Один дедушка получил орден Ленина за трудовые заслуги, то есть он работал в тылу. Второй дедушка, он был на фронте, получил орден мужества, прошел до Кёнигсберга, нынешнего Калининграда, и там мы его, скажем, комиссовали, потому что нужны были шахтеры у нас на Донбассе добывать уголь. Ну, мне все детство передавали вот эту вот наследственную информацию об их подвигах, о том, что они сделали, показывали их медали. Бабушка, прабабушка моя рассказывала напрямую то, что они совершили, и вот с самых маленьких лет у меня вот эти вот чувства гордости за своих предков, потому что это, ну, я считаю, что это необычайные люди, люди, которые, когда была страна полностью разрушена, и через 6 лет уже мы увидим МГУ в центре Москвы, сталинские высотки, кучу университетов, большинство отстраивается промышленность по всему Союзу. Я прекрасно понимаю, что для этого требовалось титанические услуги, помимо того, что большой подвиг, они выиграли войну, они победили в этой страшной действительно войне. И еще после этого у них нашлись силы, чтобы отстроить нашу страну.